Ну что, парни, настал тот самый великий день, когда мы с вами переезжаем. Вы готовы к переезду на новую базу? Да, капитан. Так, нет или да, я не понял. Так вы готовы? Так, точно, капитан. Надеюсь, что да. Короче, друзья, всем привет, с вами сегодня, как всегда, кофе со мной сегодня Андрюша, Антифай, Макс Фреш. И сегодня настал тот самый реально великий день. По многочисленным запросам, точнее, 90% людей проголосовало за то, что вы построили новую базу и переехали, собственно, на новый район. Вот поэтому мы сегодня этим мы будем заниматься, пацаны. Там, можно, пожалуйста, отпустить, чтобы я выпрыгнул из него? Чё, кого, бро? Друзья, чтобы вы понимали, мы начинаем записывать это видео практически как сразу же после того, как вышло предыдущее видео. То есть, потому что это видео займет очень много времени, потому что нам нужно переехать, нам нужно собрать полностью все ресурсы отсюда, собрать просто абсолютно все, и потом приехать на новое место и построить новую базу. На это нужно дофига времени. Вот, поэтому эта серия, скорее всего, растянется на 2 дня. Ну, то есть у нас, а у вас как один видосик, у нас как 2 дня. Вот, поэтому мы сейчас, короче, собираем все эти вещи, пацаны. Нет, я не хочу сюда уезжать, нет. Да, все, Андрей, ну понимаешь, люди нам сказали, понимаешь? Я не согласен, я так не сказал. Покажи мне его, Олег. Да там их много, Макс, их больше настроя, а их там, понимаешь, сколько. Да я один, как вас 8. Да не, на самом деле, я тоже, на самом деле, хотел переехать уже давно-давно, потому что... Я не хочу. Я привык к этому месту и хочется чего-то нового. Пацаны, выезжайте, а я остаюсь тут. Так мы все заберем, Андрей, ты что, с нуля будешь, что ли, здесь? Ну да. Нет, Андрей, все. Нет, пацаны, нам надо двигаться по жизни вместе, поэтому мы куда же? Я по жизни ровно шел. Так, короче, я лодку, короче, забираю, поставлю ее на крыше нашего трейлера. Давай. Пацаны, таскайте ящики, просто закидывайте. Не, я дом разбираю на материалы. Давай, хорошо, Макс разбирает дом на материалы. Я разбираю здесь. Что ты забираешь там? Вот это я хочу утопить ее нахуй. Кого ты хочешь утопить? Где ты вообще? Так, ну вроде поймал, Так, кого? Теперь надо... Да лодку, я просто хочу ее наверх закинуть. Сейчас тогда рыбок нахуй убиваю, а сушу воду, блядь, там. Да. Так, и теперь надо... Блин, не поймал лодку, что ли? Ух, тяжелая операция сегодня будет, ребята. Конечно, да, переезд это дело такое, сами паром. Понимаете, это супер тяжело сделать. Сумасшедший? Ух, ничего себе, Макс, ты че? Ты что с домом сделал? Он просто завалился за секунду. Да, блядь, вот, смотри, прям как помнишь, Андрей, видосик, который ты скидывал с тем домиком, примерно то же самое сейчас было. Так, а че она не ставится? Ай, лагает. Блин, а че, так она не поставится, что ли, да? Блин. Надо навес и все разбирать надо. Короче, я ладно, катер пока так поставлю, пацаны. Надеюсь, ничего страшного. Да, чего? Ты пока там боярки нам принеси. Ну нормально, ладно, нормально. Стал, потом убирать буду. Что это такое? Это какой-то третий этаж? Ты ложил просто вот так вот? Я понял, молодец, Ой, так, на меня упал на машину. Блин, это ж сколько ящиков нам перенести-то надо, пацаны. Олег. Тяжелая работа, да, Андрюш, чего? Надо просто заполнить сейчас вот этот трейлер просто этими сундуками. Это, конечно, будет сейчас жесть. Это, конечно, у нас сейчас просто весь трейлер будет во всех этих сундуках. Это стекла разбивать или тоже берем аккуратно? А чё я один ящик таскаю, пацаны? А чё грузчиком? Мы дом разбираем, У нас самая сложная работа. Что у вас там самое сложное? Чё, а вы вдвоем дом? Так я... Вроде что один Макс только разбирать дом должен. Ну на самом деле, пацаны, я в предвкушении. Я хочу построить такую базу новую. У меня есть очень крутая идея, как мы с вами Олег, сделаем. Олег, мы рыбок забираем или чё, как? Чего? Мы рыбок забираем или что? Рыбок, да, забираем. Мы можем сделать под ним аквариум и закинуть их в аквариум, короче. Сделать аквариум просто из стекла и закинуть их Из картона. Вам жаль, как ты меня насилил рыбку? Из картона они съедят его. Смотри, Олег. Да, чего? Я несу ее в машину. Какой? Да погоди, Андрей, там еще ничего не готово, а? Блин, как тяжело собирать вещи на самом деле, реально. Это же вы только где-то, наверное, половину собрали, если не меньше. Что, весь дом разобран уже. Ну ты дом разобрал, нам еще... Олег, все, что у нас здесь есть, это все вещи с помойки. Ну так, тоже верно. Ну нет, не все, смотри, нам еще... Блин, а куда крафтбота поставить? А куда гардероб поставить? Олег, смотри, когда ты ищешь там ящики, смотри, там на кровати рыбки лежат. Погоди, где? Нормально? Они кровать не съедят, нормально там все. Пацаны, работаем просто не покладая рук, реально. Олег, я последнего вздоха ящики таскаю. Олег, ты работаешь не покладая рук и не моя ног. Что? Я первый раз слышу такую фразу, чего? Так, я заебался. Чего? Андрей, у нас такого понятия нету, работай давай, слышишь?
Слышь, да. Там, а? Так плати мне, чтобы я работал. Так, слушай, я тебе раз едой не плачу, а? Пипец у нас ящиков внутри, это жесть. Ты главное рыбок не задави там. Да рыбок я не задавлю, они там на кроватке спят, им нормально, им по кайфу. Мне больше всего интересует, как мы повезем все остальное. Андрей, по-моему, рыбки уходят, смотри. Они двигаются, они уже не на кроватке, слышишь? Забаррикадируй их. Сейчас, подожди, ну-ка сюда вернись, иди сюда давай тоже. Что за поведение такое? Вас на кровать положили, значит там и сидите, а? Так, вот теперь что делать с крафт-батом? Куда его поставить? Вот на крышу. Ну на крышу, а ты посмотри на крышу, там есть место у нас сразу. Во, не-не-не, нормально помещается, смотри. Во, другое дело. Так, теперь надо поставить еще на крышу каким-то боком вот это. Гардероб. Пипец просто. Пацаны, мне кажется, мы не поедем потом на этом грузовике, серьезно. Он реально не поедет. Ну что ж, друзья, все. Мы готовы к переезду. Мы полностью снесли наш дом просто под ноль. Как вы можете заметить, вообще ничего больше нет. От нашей старой базы осталось ровным счетом ничего. Ни огорода, ни причала, ни дома, ни гаража, вообще ничего. Ничего. Вот, ну что ж, готовы, пацаны, к и как мне залезть? Да. Деревяшку забыл. Ну, через Ctrl, пробел, Ctrl зажми просто, все. Ребят, просто посмотрите, что находится внутри, это жесть. Это просто жесть, посмотрите вот на это. Это нормально? Так, Олег, стой, я останусь с рыбками, а я то им там страшно. Ты внутри будешь, что ли? Там рыбки, бля, конечно. Ну, смотри, просто мы можем поехать и тебя повалить, может быть. Да. Ничего не будет, давай, мочкошим. Ладно, ладно, хотя закрываю там. Я в кровать там лягу, я в кровать. Смотрите, я не говорю вообще про то, что наверху находится. Но вот это, ребят, это кошмар. Все в сундуках. Все в сундуках, чего говоришь? Застрял. Сейчас уберу. Все. Так, подожди, стой, Макс, ты никуда не едешь, не знаешь, куда ехать. Ну что, парни, и вот, ребят, посмотрите еще наверх. Я не знаю, как опять что-то с неба падает. Аномальное какое-то место. Просто смотрите, лодка наверху, крафтбот наверху, шкаф наверху, этот перерабатывающий автомат наверху. Нахуй этот шкаф. И пулемет вообще. Да что ж, я не знаю, поедет, машину уже не поедет. Ну, надеюсь, что да. Делай. Ой-ой-ой. Пацаны. Лагает. Лагает. Это потому, что ты близко к нам едешь сейчас, скорее всего, из-за этого. Я стою на месте. У тебя многотекстурная машина. Пипец. И как нам ехать? И как мы это повезем? Да никак, оставляем прицеп, поехали. Ой, блядь, рыбки бедные, сука! Как вариант, мы можем построить сейчас небольшой прицеп для Макса. Короче, друзья, для такой вот транспортировки пришлось полностью утяжелить грузовик. Вы видите, какая махина у нас установлена. Олег, догоняй эту крысу, поехали. И то, даже при этом его начинают поднимать, приподнимаются в любом случае. Давай, братишка, куда ехать? Братишка! Такой же палец сразу. Ой, как лагает сильно. Бля, что лагает? Я не знаю, как мы с таким носяром мы будем сейчас подниматься наверх. Но нам надо, Андрей, по идее, блядь, сейчас подняться, потом обратно немного вернуться и поехать туда. Но вроде, самое главное, что мы хотя бы на ходу, это самое главное. Да мы нормально уверенно едем, Вася. Я бы так не сказал. Заваливается тачка только. Заваливается она достаточно сильно, смотри, как она... Она скользит. Так, блядь, Макс, ты там где? И еще, смотрите, мы Максу дали тоже прицеп, он забрал часть груза. О, тихо. Давай, пожалуйста. У меня она не едет, она это едет самый в тяжелый, пацаны, это самый тяжелый момент. Все, и мы его проезжаем, и все. О, найс. Блядь. Ой, блядь, только не вниз езжать. Да, меня да, перевернуло. Да. Давай. Ну, я себе сказал, Олег, нужен был ехать. Так, давай, Макс, ехать. Короче, едь на мастерскую, мы тебя там подождем. О, давай, мы сейчас еще и робота ногутся. Нет, не да, молодец, Олег, очень круто. У нас очень тяжело. Ты что там, Макс, ты где там? Меня робот ебнул. В смысле? Я сказал, Олег, давай я за рулем поеду, ну от меня не дал. Блин, ну, в смысле, он тебя прям убил? Да. Капец, лагает игра, я не могу, это жесть. Не, это, знаете, все-таки с транспортировкой в таком респаун количестве, это было реально плохо. Смотри, где Макс оказался? Блядь, да ну нахуй. Пипец, не, Олег, я за машиной пошел. Я выхожу, давай, давайте, пацаны. Вместе сходим. Я выхожу! Давай вместе сходим, я здесь пока брошу. Мне так жалко этот грузовик, ребят, просто мы его насилуем так сильно, это жесть. Просто, понимаете, это, мы издеваемся над ним, Макс, просто реально издеваемся. Ну что, парни, давайте реально уже по-серьезки доедем. Давай, кстати, Макс там едет пассажиром. Вообще по кайфу, ничего не надо делать, там рули. Прямо едь, пока, вроде бы пока так нужно ехать.
Или я могу в интернете посидеть очень с кайфом, бля. Ну вроде бы, ладно. Какой интернет-скраб-механик, Максим? А что тебя так заносит, Андрей? Давай налево, налево, налево. И газу, Андрей, если мы сближаться, Путин будет еще сильнее лагать, так что... Да, хорошо. Не переворачивай. Он прямо держать руль не умеет, еще мне что-то говорит. 28 FPS. Вот смотри, Андрей, мы на секунду просто приблизились друг к другу. Да. Кстати, смотри, как хорошо едет сейчас. Бенз кончился. Смотри. Нет, нет, Андрей. Олег, бенз. Лагает, как сильно лагает. А весь бенз у меня в трубике. Лагает. Очень сильно лагает. Андрей, беги до моего трубика. Олег, бенз. Обсохнет. Сейчас, сейчас, я дам бензин. Максим. Давай, 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 родненький, давай, давай. Ты там хочешь защищенную крепость построить? Да, короче, там просто очень крутой район. Сейчас самое фигня. Район. Мы такое вообще с Андреем увидели в первый раз. Так, а мы... Где-то район. Здесь, там надо объехать надо. Бля, пацаны, забуксовал тут. Ай, забуксовал. Ай, врун умеет он ездить, говорит. Так аккуратно справа, с левого борта сейчас заденешь, блин. Нормально. Что? Нормально. А вот здесь плохо. А вот здесь очень плохо. Ай. Что, мы врезались? Ты не проехал. Сейчас, погоди. Во, нормально. Нормально. Нет, вода, нет. Нормально. Затягивай, нормально, затягивай, нормально, затягивай. Нормально. Еще держимся. Еще держимся. Грузовичок, пожалуйста, держись. Понижайку, понижайку. А там Андрей, походу, перевернулся. Смотри, где он в жопе мира. Я еду, я еду. Лучше не сдох мира. Я еду нормально, долбоёб. Здесь реально очень проблематичный участок. Олег, сейчас заденешь. Не, нормально. Спереди. Нормально. Ай, робот. Ай, блядь. Ну по высоте не проходим, это как знаешь, это... Ой. Тихо, я не знаю, мы едем, не едем, куда да, мы вообще? Да, едем. Где мы? Ой, только не эти леса, мы застряли прям конкретно. Нам бы выехать отсюда по-хорошему. Машину бьют, машину бьют. Давай выйдем, раскидаем их. У меня оружия нету. Да я не могу! Блин, они сейчас сломать могут, нет. Самое, чтобы колесо не сломали. Все, сейчас задавим. Ой, нахер, ну нахер. Просто без шансов забрали-то, а. Ну че, Андрюша, как там у тебя дела? Нормально, всякое победит. Мы реально как будто сейчас играем. Он там машины, он прыгнул, он машину взял и прыгает, прыгает, чтобы выбраться. Давай, я сейчас... Слушай, я что-то еду и не попрыгиваю. Да, да, да. Это знаете, пацаны, мы реально как будто сейчас сыграем в игрушку SnowRunner просто, типа, по таким же проблематичным участкам. Лучше ездок, Андрей. Да, и Максим хуже всех в этой игре себя показал, а я был охуенным. Да, Андрей, я вижу, 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 да, который застрял там. А, ты докажешь, что застрял, у тебя видео есть? Олег, иду на обгон. Блять, не надо, Олег, Андрей, сейчас залагать будет. Олег, иду на обгон. Меня, кстати, не лагает. Кстати, не подлагало даже, ничего себе. Значит, правильное место выбрали, пацаны, реально, это нам просто это место дает знаки. Лучший водитель, блядь! Понимаю, Андрюша, понимаю. Блядь, четыре раза покатался. Да, короче, ребят, вот то самое место, вот, собственно, тот самый остров, который мы тогда прилетели. Ну, это не совсем остров, это просто продолговатая дорога куда-то вообще вдаль, как будто просто коса какая-то, да? И все, и вот здесь вот мы... Что мы там задели? Дерево. Дерево. Ну и вот здесь вот мы будем, ребята, жить. Просто, Макс, посмотри, здесь направо. Здесь была раньше деревня жителей. Вот. Поздравляю, ребята, сосать теперь будем здесь. Собственно, вот здесь мы с вами делаем финальную У меня бенз закончится, короче, забирайте сами эту машину, у меня бенз кончится. И вот, собственно, ребята, здесь мы будем строить нашу дальнейшую базу. Тихо. Сейчас надо поставить пока... Вот, все, нормально. Фух, все, ну наконец-то! Как долго мы просто, мы только час потратили на то, чтобы собрать все вещи и переехать сюда. Это жесть. И у нас здесь есть жители. Да, там еще три жителя есть, но я думаю, что мы где-то базу будем строить вот на этом районе. И, возможно, она даже будет на воде. Так, ну что ж, для начала надо расчистить территорию, поэтому мы уберем все деревья. Ну что ж, после того, как мы успешным образом расчистили территорию, пора приступать к строительству. И сначала мы начнем, конечно же, с забора.
Друзья, сразу хочу признаться вам, что перед тем, как начать строить базу, я, понятное дело, пошел смотреть гайды и изучать строительство базы на YouTube. Наткнулся на видео одного чувака, в котором он рассказывал, как сделать базу лучше всего. И, честно сказать, мне так сильно понравилась эта идея со стенкой, что сразу же захотелось построить похожее, но со своими доработками, конечно же. Не хочется строить апы что, поэтому заранее решил посмотреть, как сделать базу лучше всего. Кстати, такой вариант со стенкой сейчас делают почти все. Очень часто встречают такой стиль почти у каждого в роликах. Блин, капец, я говорю прям как какой-то дизайнер или архитектор. Что? Ну что, ребята, мы готовы продемонстрировать вам нашу базу. Ура! Сегодня на протяжении целого дня. Закрыто. В общем, как-то так выглядит наша крепость, наш замок. Вот, и, собственно, здесь мы теперь с пацанами будем жить. Вот, если честно признаться, друзья, то я посмотрел просто на YouTube гайд, как построить самую наилучшую и самую надежную крепость, и наткнулся на ролик одного чувака, где мне очень сильно понравилась внешняя его база. Вот, поэтому я решил построить что-то примерно такое же, именно внешне, но внутреннее у нас все будет совершенно по-другому, естественно. Это у кого телефон скрипит? Без понятия. Максим дебильный. Вот, короче, смотрите, мы сделали вот такую стену, у нас она закрывается именно вот так, то есть и при этом мы можем еще прищемить пару ро... Да выключите смс-ки свои, что это такое? У нее на пятый айфон все приходит сразу. В общем, такая вот у нас стенка, вот так у нас будет оборонительная стена стоять, и еще у нас есть вот такие вот вышки. Пока еще не хватило нам краски, чтобы докрасить тут все и перекрасить. Да, чуть-чуть. И, собственно, на каждой вышке у нас есть вот теперь вот такой лифт, мы можем подниматься, вот так, спускаться, подниматься и отстреливать здесь роботов, которые будут на нас нападать. Ну и, в принципе, все. Это все, что мы успели пока что построить за это время, потому что, ребят, даже на такой кусочек базы уходит реально очень много времени, пока продумаешь все до мелочей, реально, что, как будет стоять, реально, пока добудешь реально ресурсы и так далее. Вот здесь у нас будет не такой небольшой гараж, чисто для нашего вот этого наружника. Здесь у нас будет припаркована лодка, и в следующей серии мы уже будем дальше строить нашу базу. Да-да. И, собственно, укреплять нашу территорию и строить, скорее всего, дом мы будем на воде. Вот, то есть основная наша база будет стоять именно на воде, где-то вот здесь. Вот, ну и надо еще будет куда-нибудь поместить огород, куда-нибудь закинуть этот... Дружище, трейлер. Помоги! Короче, дел дофига, а времени вообще практически нет. Не успеваем, ребята, все подготавливать, но надеюсь, даже так вам это все равно нравится. Ну что ж, на этом сегодня все. С вами сегодня были, как всегда, Кофе, Андрюша, Дефай и Макс Фреш. Не забывайте подписываться на все наши каналы, ставить лайки, делиться этим роликом с своими друзьями. Ну а на этом сегодня все. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Пока-пока. Всем пока.